Итак, так, ну-ка. Сейчас. Сейчас я вам покажу, как с щенками отрабатываем выдержку и то, что они должны начинать кушать по команде, когда я разрешу. Так, 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 ну-ка, спокойно. Сидеть. Так, это что такое? Ну-ка, шанс. Прайд. Нет, что такое? Ну-ка. Молодцы. Все, они сели. Нет. Прайд. Успокойся. Успокойся. Контролируй себя. Значит, они сели. Можно потихонечку опускать миску. Пока есть нельзя. Нельзя. Соответственно, если они дернутся раньше времени, я сразу же ее подниму выше, и мы начнем, так сказать, процесс заново. Нельзя. Нет. Шанс. Шанс. Ну-ка, садись. Не было команды можно. Нельзя. Нельзя. Прайд. Прайд. Нельзя. 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 Нет, 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 нет. Нельзя. Так, ну-ка сел. Прайд, шанс. Прайд. Шанс. Прайд, ну-ка. Так, что вы думаете, меня в угол что-то зажали? Я сюда перейду. Так, ну-ка быстро. Успокоились. Вы сами себе мешаете. Что это такое? Вот так. Молодцы. Нельзя. Ну-ка сел. Так, хватит. Сейчас заметен прогресс. Потому что раньше у нас вообще крики, скандалы были. Они залезали на любой... Ну, как вот миски так были, так на любой... Независимо от того, на какой высоте были миски, они в них пытались залезть. То есть и кормить было некомфортно. Нельзя. То есть это далеко не финальный вариант. Потому что в идеале они должны... То есть им дали команду, например, сидеть. Они должны сидеть до тех пор, пока я не поставлю миски и не разрешу есть командой. Ну, который сейчас попозже скажу. Можно. Все, теперь они могут спокойно поесть. Очень хорошее упражнение. Мы делаем его минимум 3 раза в день. То есть, соответственно, потому что 3 раза в день мы кушаем. Соответственно, развивает у собаки этот самоконтроль и выдержку. Ну и, соответственно, увеличивает послушание. Молодцы. Молодцы.